В юго-западной части Германии пригородный поезд протаранил грузовик с прицепом. Пострадали 33 человека. Четверо находятся сейчас в тяжелом состоянии. Для транспортировки одного из них в больницу пришлось задействовать вертолет. Грузовик, перевозивший на прицепе платформе самосвал, заглох при переезде железнодорожных путей. Машину с обеих сторон заблокировали шлагбаумы. Машинист электропоезда применил экстренное торможение и вместе с помощником выпрыгнул из кабины. Электричка врезалась в самосвал и протащила его по путям порядка 50 метров. В вагонах поезда находилось почти 60 пассажиров.